Стихотворение «Багаж», наш шаг. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали дальней станции 4 зеленых квитанции о том, что получит багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, ужин, багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Ведь только раздался звонок, удрал из вагона щенок, хватились на станции дно. Потеряно место одно, с испугом считал багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Смотрят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поднимали его и в багаж. Там, где лежат саквояж, картина, корзина, картонка и где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик 15-й номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. А сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а барышня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку! Позвольте, мамаша, на станции, согласно бумажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Однако за время пути собака могла подрасти